Привет, привет, всем, дорогие друзья, с вами Знаешь ТВ, с вами Ермак, и это финал, логическое завершение Fast Cup, за первое место, в котором дается 3000 рубликов. Почему-то левая рука стоит, сейчас быстренько поменяем. Вот так вот, отлично. И ножи выигрывает Торнадо. Что ж, финал, наконец-то мы до него дожили, наконец-то наступил этот самый финал. И что ж, лайф пошел у нас, стрелялись там на мидле втроем. Один человек в тэшке, это Суперсофт, собственно говоря, в тэшке, стреляется он с мидлом, Зиг также уже поджали. И сейчас, на самом деле, может быть, очень неожиданная ситуация. Да, Скуби 3D уже делает минус один, отходит и сразу стреляется дальше. Пласс разменивает его. Овнит. В нижней тэшке уже забрался на ящик. Не ожидали такой наглости, на самом деле, команды Торнадо. И просто в спину уже Кьеса забежал, сделал минус 2 и минус... минус сделал еще Овнит. Остался 1 в 4. Не ФПС, его тут же разобрали. Очень-очень быстрый раунд. Очень жесткий, на самом деле, и крайне удивлены, как по мне, Торнадо, игроки Торнадо, просто потому что, ну, такая дерзость и наглость встречается далеко не всегда. Что ж, через нижнюю тэшку на мидл вываливаются парни, получили флешку, Суперсофт забрал Нифса на Скубе, убил Хейта, он же Турбо. Разменялись просто, если вы можете заметить. Контролист убежал на КТ-респ, а парни просто вышли в верхнюю тэшку и побежали на плент Б непосредственно. Стреляется, айпод не попадает. Дадут ли поставить бомбу? Бомба должна остановиться. Вроде продолжает стрелять, Суперсофт стреляется, плаза один остается, бежали уже его резать. Ну, если бы зарезали, было бы на самом деле невероятно жестко. И ставится пауза Скуби 3D. Просит паузу, да, и тут же ее поставили. А тем временем Торнадо пока проигрывают 2-0. Невероятное начало, на самом деле, дорогие друзья. Я не знаю, я даже боюсь представить, что нас ждет дальше. Так, по поводу Invictus хороши или нет, я не знаю. Я не знаю ни одного игрока из этой команды, но я знаю, что они дерзкие. Я это уже понял. Карта не финальная вообще, да? Да нет, что нормальная карта. И не FPS делает уже First Blood на карте. Это минус Куби в боксе. Собственно говоря, уже меньшинстве остались. Есть АК. У World Wiz все-таки решился взять АК. Скорее всего, просто без армора. Попробуют сыграть как раз-таки от этого девайса именно. Посмотрим, получится у них это или нет. Перетяжечка аккуратненькая на Б в нижней тэшке. В нижней тэшке сейчас просто будут забирать. Да, Кьеса забирает плаза. Тут же бегут на него вдвоем. Кьеса забирает еще и турбо. Бежит Нифс, не находит. И да, Кьесу забирает просто-напросто в спину. Тем временем он 3D вылезает на точку Б. Его тут же убивают. Урлдит сделал этот фраг. Ставится бомба. Ставится бомба на самом деле по дефолту. И закид флешек, начинает стреляться. Алекс Джи уже делает минус 2, хороший им от... Этот парень уже показывает. Айпод стреляется, жмет он. И Алекс Джи вовремя присел, не получил в голову от Фамаса айпода. И третий раунд в копилке Invictus Gaming. И, честно говоря, еще рано, на самом деле, что-либо говорить, о чем-либо судить, потому что это первый закупный раунд, и сейчас он многое покажет. Сейчас он многое покажет и многое расскажет о том, как же будет игра происходить дальше. Очень аккуратно сейчас смотрит позиции. Хотя вот на мидле Суперсофт вылез, забрал тут же парня. Дымок, потому что лежал, не очень классный. И уже в меньшинстве команда Торнадо. Не очень хорошее начало, конечно, но первого закупного раунда. Парни играют очень нагло, очень агрессивно. Скуби смотрит в щель, в принципе, длину. Получает флешку, Скуби стреляет белым, не попал. Получил тоже хаешку, раскинул две флешки. И тут же отошел, уйдет он, скорее всего, на гусь. Да, уходит он на гусь. Закидывает дымы, флешки на длину. Это будет флеш плюс дига. Тем временем Овент
забирает турбо на самой зиге непосредственно. Плац проходит по зиге. Там же есть бомба. Никого не видит. Плац проходит под свои флешки. Да, минус. Минус делают на рекламе. Промахивается, промахивается АВП. Его, конечно же, тут же забирают. Тыкают уже в спину. Зиги Кьеса забрал. Кьеса сделал минус 2. Не дал поставить бомбу. Вот это да. И Кьеса сделал минус 3 в этом раунде. Невероятный какой-то аим у этого парня на самом деле. 8-1 уже идет за 4 раунда. Что ж, ну, примерно... Ну, не примерно, вернее, а в каждом раунде по 2 килла. Вполне себе неплохо. Закупа, конечно же, нет. У Суперсофт, я не знаю, зачем смотрит так аккуратно мидл. Это фаст Б. И сейчас Кьеса должен будет принимать. Там уже серия разменов, но из-за кучи флешек ничего пока не видно. Пришла уже хелпа. И все уже просто на точке Б. И Кьеса. Кьеса сделал, по-моему, минус 3. Ну и неважно, сколько он минусов сделал. 5-0. 5-0 и очень быстрая игра, дорогие друзья. Фух. Итак, без точки Б пока играют парни. Кьеса пришел, отдал флешечку, зашел сразу за толстый ящик. И идет, видимо, поджимать точку. Да, идет поджимать Т-шку, уверен абсолютно в себе этот игрок. Проходит, а временем у нас заходит Зиг. Овнет уже закидывает хаешку в Зиг. Дым лежит, дым излюбленный от турбо. Кьеса просто уже проаркадил нижнюю Т-шку, забрал парня в Зиге турбо. Тем временем разменял Овнода, Суперсофт убил турбо, который пытался прыгнуть в респ. Алекс Джи забрал еще и плазы в фленте уже практически. Алексу накоцали, конечно, в голову вполне себе неплохо. Алекс жмет, не убивает Сдигла, должен добить, да, добивает он айпод из Сдигла. И еще один игрок, это не ФПС, остается в Зиге. Ему уже заходит в спину, в принципе, он это знает. Видел оружие, вылезающее из текстуры. Закидывается куча флешек, Скуби 3D заходит и забирает. 6-0. Что творят эти парни? Как они это делают? Я не знаю. Просто вот знаете, когда вот... если взять игру РПК в его лучшие годы, был просто один вопрос. Как? Ну, у меня, в принципе, сейчас такой же вопрос для Кьесы, в принципе. Просто как? Не знаю. Скуби 3D забирает тем временем айпода, который выходил по длине. Выход длины стараются делать. Есть, конечно, дымы, но в 3 АВП смотрит длину. Что это? Это просто жесть. Скуби 3D просто врывается на дигле через дымы. Поплатился он за эту наглость. Турбо его тут же забирает. Кеста аркадит Т-шку. Овнут на мидле. И должен сейчас будет Суперсофт стреляться, стараться как-то. Через дым он стреляет. Причем стреляет он нормально так через дым. Знает, куда стрелять, видимо. Плас взрывает своего игрока на зиге. Огромный фейл. И, скорее всего, сейчас за это поплатится. И счет станет 7-0. Хотя, кто знает. На длине спалились. Есть два игрока в яме. Это очень огромный фейл. Получают они сразу флешечку. Ован делает минус 1. Кьеса забирает плаза, который стал на рекламе. И World Lead тоже падает. 7-0. Да, ребят, играется одна карта всего лишь. И так, подсадка на центре очень интересная. Через нижний дым. У нижнего игрока, в принципе, там не видно. И все. Все шикарно. Суперсофт уже закидывает сразу на низ кучу флешек хаешек. И пока. Очень удачно читают, на самом деле, инвиктусы стратегии торнадо. Скуби 3D умирает на зиге. И это быстренький проход в зиг. Да, бомба туда же оттягивается. Куча флешек в очередной раз. И Алекс должен будет принимать. Жмет он в дым, убирает одного. Ну, близко вижу уже к нему есть. Делает он минус 2 уже, стреляется дальше. Берет дигл, жмет. Третьего не дожал совсем немножко. Знает, что в фланте есть фраг. Простреливают его. 2 в 3 ситуации, но у айпода 11 хп. И это, конечно, очень хреново. Кьеса стреляется, тут же разворачивается. Дает хорошую флешку, но FPS просто белым зажимает. И делает минус в зиге, остается один суперсов, который с АВП очень аккуратно так вот чекает, на самом деле.
Суперсофт позицию, ну, плент, и отходит, конечно же, будет он ставить девайс первый раунд, да, за торнадо. Что ж, забирает у нас Суперсофт Нифса, и парни убегают на длину. Я не знаю, под. Нет, айпод, айпод не взорвется, успел он убежать довольно далеко. Покоцал его всего лишь на 2 хп. И первый раунд всего лишь. Один. Вернее, не то, что всего лишь первый, а он просто единственный раунд в копилке торнадо. Пока что на данный момент Киеса 12 на 2, 7 на 2 суперсофт, в то время как 2 на 8 плюс, 2 на 7 турбо. И iPod пока только один, в принципе говоря, играет в роды, делает first blood, убивает суперсофта на мидле. Тут же его подменили там, а Киеса аркадит просто тэшку. Что он делает? Ой-ой-ой, если бы аркадил еще чуть подальше сразу, то было бы намного все хуже. Он тем временем на зиге забирает плаза. Кеза проходит дальше, турбо раскидывает длину, прилетела хорошая флешка, должны забирать сейчас парня, конечно же. Но крайне неуверенно играет сейчас торнадо, жмет турбо, накосил его очень сильно, еле забирает вдвоем одного, Кеза уже делает сзади минус World Edit. Кес уже просто бегает в зиге, Алекс забирает на пару с Кеса Нифса и iPod. iPod делает минус 2, ситуация 1-1, шикарно. iPod, давай, мы в тебя верим, Киеса. Киеса по центру обходит, натыкал очень больно iPod. iPod 35 хп всего лишь остается, быстро, быстро бежит на длину. Киеса, в принципе, у iPod есть куча времени, ждет он зиг, а Киеса обходит по длине. Нет, встал вообще на гусь, все-таки чекает зика, с длины Киеса прибегает и начинает настреливать. 17 хп у iPod остается, накидывается флешка, 5 хп iPod, 50 Киеса, перезарядка. Ай-яй-яй, что это вообще происходит? Так, Киеса проходит просто очень быстро, убивает головошотом айпода и 14-2 у Киесы, 8-1 счет в игре. Кошмар вообще. МРП, это не ФПС, ребят. Скажем так, напросился он поиграть сегодня за них. Если так можно выразиться. Парни просто ставят на респ, перекидывают туда ВП друг другу. И недоумевают, что тут вообще делать-то надо в этой игре. Просто вот в данной вот игре. В ролли делает минус Киеса, который аркадил очередной раз Т-шку. Сразу оттяг на Б подошел. Пла стреляется с мидлом с АВП. Простреливают его так понемножечку, эти ящики, и не самая лучшая ситуация как раз, хотя 5-4, да, турбо забирает еще и Овна, да, суперсофт забирает, разменивает турбо, выход на В произошел, полный закид флешек, суперсофт будет сейчас пытаться поймать кого-то на танцполе, закидывают флешки по-прежнему World Edit, ну, либо iPod, простреливают суперсофта, стоит он на дефолтной, в принципе, позиции, будет пытаться кого-то поймать, нет! Не поймал он игрока команды Торнадо. Хотя вроде должен был, не знаю. Скуби взрывает суперсофт, который только что убил айпода. Алекс тут же забирает Нифса. Пласт убивает Алекса. Остался один. Нет, остались вдвоем. World Edit, да. Забирает Скуби, перестрелит он все-таки его на АВП. И 8-2. 10 раундов сыграно. Что ж, седьмой раунд от команды Invictus Gaming, аркада по зиге, в принципе, ждут аркаду, накидывают сразу же флешки, ну как сразу же, надо было накидывать намного-намного раньше. Пальба где-то вообще происходит, я был белый, не знаю, World Edit все-таки забрали, Алекс же тоже бежит в Т-шку. Сейчас он просто зайдет в спину и можешь покарать, но нет, есть по нему инфа, турбо забирает еще и Алекса после Киеса, остается один Овнит, который бежит по зиге, уйдет он, скорее всего, в Т-шку. Да, убегает он в Т-шку и будет пытаться сейчас кого-то забрать.
Я так понимаю, он забрал, извините, меня тут отвлекли немного просто, забрал, я так понимаю, он девайс и все, и ушел. Или не забрал даже девайс, и просто бегает сейчас по карте. Да, забрал все-таки АК и будет его сейвить. 8-3. 11 раундов сыграно. Не знаю, нужно как-то исправлять ситуацию. Команде, ну или там Миксу, вернее, Торнадо. Нет, это не лан, конечно же, все в онлайне проходит, дорогие друзья. Что ж, пока, тишина, только раунд начался, никаких разменов пока нету, плачек и это Зиго очень аккуратно, как раз двое есть вблизи, Ворлдит делает минус на Б, это минус Кейса. Сразу закидываются флешки хаешки на план Б, не ФП стоит за толстым, получает он кучу дэмэджа от хаешек, остается у него буквально 30 хп, закидывает, должен давать хаешечку, да, дает он хаешечку, простреливает близкую дверь, ближнюю, вернее, дверь, нет там никого. Враг под очком, ой-ой-ой, не ФПС, даже после выстрела с ВП у него 2 хп, не хочет умирать этот парень. Пласс и Турбо уже делают минус 2 по карте, а Суперсофт будет пытаться сейчас поймать айподы, но у него это не получается, остается один скуби 3D, который в зиге, и у него есть АК, будет сейвить, 8-4 счет становится. И понемногу парни хороших, хочу от Аскуби, понемногу парни из Торнадо все-таки исправляют счет, и нужно им, конечно, брать хотя бы 6 раундов. Было бы уже, конечно, намного это лучше. Так, лайф, дымок стандартный, пробежали. 2 на Б, 3 на 1 на центре, 2 под ДЛЗЗ. В принципе, следующий раунд в очередной раз от команды Invictus Gaming. Сразу в нижнюю точку прыгнул тип. Есть инфа по нему, тут же она чекается, дается флешечка как раз в ноги, в World Edit. Ну да, тут серия просто убийств по карте. Он тут как раз забрал только айпода, отжал девайс, но вышел такой нежданный пласт негаданно и забрал его. 8-5. Торнадо могут потащить, да, Торнадо могут потащить на самом деле. Просто вот не давать Кейси наглеть на самом деле, потому что Аиму Кейс очень и очень хороший, по крайней мере в онлайне. И айпод уже делает минус на длине, вышел на один длину, но айпод делает минус 2 на длине, отличная ситуация, 5-3. Можно разыгрывать, нужно разыгрывать. Суперсофт уже проходил центр, стреляет сейчас с медлой, сможет убить. Ой, как он жмет! Просто жмет Сьюспа в наглую. Он внутри забирает уже двоих. Это был минус 2 на центре. И самое печальное то, что бомбу также потеряли на центре. Попадает Суперсофт по ноге. Нет, не по ноге, но попал в World Eater. World Eater его за это просто-напросто покарал. Айпод выходит. Какой опасный хэдшот от Овнеда. Кейс стреляется с Зигой. Есть, в принципе, инфа по World Eater, который находится в Зиге. Попали ему тоже. Натыкали в плечо немного. Хаешку сожрал, и должны забирать, да, забирают еще и Эдита, забирает его Кейса, 16 на 6 уже у Кейса, время как у Нифса 5 на 11, у Плаза 5 на 10, айпод 15 на 12, поправил он свою статистику, World Eater 11 на 11, 1 к 1 буквально, КПД 1, я бы даже так сказал, и Турбо 12 на 10, тоже вполне неплохо. Что ж, последний раунд первой половины. Нужно, конечно, команде Торнадо, Миксу Торнадо, вернее, брать его. Очень сейчас важный для них раунд, на самом деле. Торнадо World Edit делает минус один. Это минус овнет на мидле. Тут же выходит он на мидл. Стреляется дальше. Забирает он еще. И в респе суперсофта смотрит длину аккуратненько. Но в дверях, в щепках стоит противник из команды Invictus Gaming. Ой-ой-ой, XG как просто-напросто нагло вышел. World Eater, давай, дави дальше. Нет, Кейсу забрал все-таки не Эдитик. Спалил он последнего своего оппонента. И в голову ему дал минус 4. Или минус 3, не знаю. По-моему, минус 3 все-таки от World Eater.
Так, что там? Лайф уже? Да, лайф. Have fun, пожелали друг другу команды. Что ж, Invictus Gaming Must DL идут. Айпол сейчас посмотрим, как будут принимать. Принимать он будет из ямы. Его уже спалили, натыкали больно. Знают, что есть. Тут уже вокруг ямы просто прыгают враги. Куча флешек на длине. Падает не FPS. Турбо тут же разменивает с Куби. Вылезает Айпол наконец-то. Но его тут же просто затыкали на глоке. И это уже минус 3, 2 в 4 ситуация. World Eater сюда приходит. Сейчас будут пытаться кого-то убить. Но парни оттянулись. И World Eater дал уже инфу своему мейту. Пласт быстренько убегает, парни решили пойти через зигу, прилетает флешка в центр. И World Eater бежит уже просто в зиг, Суперсофт остается в зиге. Закрывает, в принципе, точку, накинул флешку, ждет своего мейта, пока тот поднимется на зиг, помогать World Eater отбивать плент, помогать проходить зигу. Да, вот они проходят двое, накидывают флешку, не попадает белым Суперсофт. Алекс на гусе, нет по нему никакой еще инфы, и на самом деле это может сыграть, конечно, свою огромную роль. Да, убивает Пласт Кейсу, и 1-2 ситуация, Алекс стреляется, но Пласт делает отличный головашот, и World Eater диффузит бомбу. Первый раунд в копилке Торнадо. Говоря, ребят, я забыл случайно счет первой половины. Так. Пласт уже делает минус 2, минус 3 на Б. Торнадо World Eater ему помогает. И минус 4 от Пласта, в принципе, тоже можно на мувик. Второй раунд, на второй половине команде Торнадо отходит. Девять шесть, по-моему, все-таки, да. Ой, Суперсофт, что? Охренеть, что это было? World Eater сейчас там, наверное, сидит просто в шоке, просто плюется в монитор, бьет мышки и не знает, что делать. Через им также Скуби 3D убивает Плаза. Невероятно, на самом деле, головашоты ставят ребята через дымы, там, я не знаю, через такие жесткие расстояния. Просто какая-то жесть. Турбо стреляется, не попадает, и парни понимают, что нужно сейвить. 3-5 ситуация. Да, 9-6. Все, ясненько. Значит, 9-8 на данный момент счет. Ну, раунд здесь уже взять в любом случае команды Invictus Gaming. Значит, счет 10-10. Ну, Турбо и Нипс делают уже по минусу, но навряд ли не пойдут отбивать. Скуби убивает Нипса, iPod его разменивает тут же. iPod тут идет чекать дальше. Ну, конечно, заберет. Тима бомба взрывается. Он 3D выжимает вообще каким-то чудом, он даже с планта почти не ушел. И натыкал его огонь. Было 18 хп, осталось 5. Что ж, масс длина, и должен сейчас не FPS давать инфу, да, дал инфу. Парни сразу оттянулись, есть закупной, это закупной раунд от команды Invictus Gaming, конечно же, закупной, другого, в принципе, и быть не может. Проходят они тут же ДЛ, масс накид, там дымов, флешек, куча всего на самом деле прилетает. Турбо забирает уже минус Кейса, он вот забирает Нипса. И пока тут зашкерили сейчас ребята. Ой-ой-ой, Алекс, какой хороший хэдшот повесил на Турбо, но World Eater хорошо разменял. Скуби 3D забрал айпода, который просто прокидывал флешки. И ситуация 3 в 2. Бомба лежит не очень удачно, прилетает неплохой, вполне себе дым. А Скуби делает уже минус Плаза в зиге. Так, Эдит забрал Скуби, отходит он сразу подальше, Эдит делает еще один минус на умный, неужели он затащит этот раунд? Суперсофт на шифтах отходит непонятно куда, что-то он как-то ждет, выжидает момента, а вроде как раз обходит его по длине. И сейчас он видит врага, да, 3-1, 9-10 счет в пользу Invictus Gaming.
Да, дорогие друзья, это финал. Сыпной раунд сейчас, по идее, так, Суперсофт вообще стоит на респе. Не знаю, нет, никаких проблем вроде нету, паузы нету, все, окей, должно быть. А, вот, это, нет, не знаю, возможно, просто пролагал у меня немного СТВ, ну, не СТВ, а сервачок. Плас уже делает минус на центре, выход центра. Ну, тут полное убийство, да, просто полагал мне немножко. Так, придется рекорд 1, 2, 3 и стоп. Все, теперь все будет нормально. Собственно говоря, остается у нас один Алекс на Б с бомбой, который умер. Что ж, счет 10-10. Крайне напряженная игра на самом деле. Выход Б, закидывает уже тут Эдит флешками, промахивает он с АВП, второй раз попало, отлично, тут же его встречают, даже налажать, нет, не нажимает, 30 хп не остается, Скуби убивает Хейта, Плас убивает Скуби, и тут парни уже просто бегают на планете как хотят, в плане террористов, да, и контртеррористы уже отжали, в принципе, в целом плет, да, отжали, 11-10, торнадо вырывается вперед. Очень быстрый такой вот раунд. Парни решили не думать, не гадать. Просто быстро сбегать на Б, слиться и радоваться жизни дальше. Пытаться тащить раунды дальше. Что ж, тут же Плас кинул флешечку такую. Ну, мало ли, опять фаст выход. Но это выход мидла. Закидывается сразу кушу флешек на мидл. Не знаю что, не вижу, что происходит. Вроде тоже делает минус 2. Помогает ему турбо, конечно же. Эдит минус 3. Смотрит он дальше в смог, никого не видит. Тем временем на респ упал. Упал Алекс Джи, забрал он как раз таки турбо и минус 5. Минус 5 это Эдит, дорогие друзья. Тоже можно на мувик на самом деле забирать. 14 на 3 уйдет, 11 на 2 тем временем у Плаза. И 1 на 6 у Овнуда, 2 на 7 у Суперсофта. И кейса 3 на 7 всего лишь. И это фаст длина, дорогие друзья. Но парни уже из торнадо научены, вернее, опытом игры против этих парней. И занимают на самом деле вдаль. Куча флешек на плент. Не знаю, что вообще происходит на самом деле. Да пока ничего не происходит. Парни еще даже длину не прошли. Вот уже под плентом есть. Причем именно под плентом. Тут же очень больно накатывает. Турбо белый, ничего не видит. Хотя мог абсолютно спокойно забирать. Так, я расслышался. 2 в 5 ситуация. Овнат забирает наконец-то турбо. Вроде промахивается с АВП практически в упор, но на зуму потом дает головашот, и iPod помогает своему мейту, забирая Суперсофта 7-1. 13 раундов уже есть в копилке торнадо, в то время как у команды Invictus Gaming 10. Начинают наконец-то уверенно себя чувствовать, уверенно играть торнадо. Поняли, не как надо играть, возможно, против этих парней. Ребят, тот, кто еще хоть раз меня добавит в группу, просто удалю из друзей и кину в игнор. Не делайте так. Не приглашайте меня в группы. Спасибо. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем разговор. Зигу сейчас будут пытаться ставить инвиктусы. Получали сразу там хаешки, флешки. Задержал их очень сильно турбо. Пока тут свяжечка небольшая от Плаза, ближе к центру, чтобы Турбо мог спокойно, в принципе, посмотреть, помочь Зигу, если что. Так, пока такой немного долговатый раунд, парни халдят, стараются аккуратно играть, потому что инвиктусы понимают, что им нужно забирать этот раунд, он сейчас очень важен. Закидка флеш на гуся, закидка флеш на плент, парни, два парня уже под плентом, закидываются флешки, голову получает Скуби,
от... Ой-ой-ой, не ФПС уже делает минус 2. Хорош не ФПС. Его разменивает уже Овнат. Плас делает минус Алекса на центре. Турбо продолжает стреляться. Бомбу дали поставить. Даже если сам этот раунд уже будет там закуп в любом случае, да. Инвиктус сливает этот раунд, но бомба поставлена. Закуп будет. Все отлично. Так, в очередной раз, скорее всего, будет фаст Б. Посмотрим, как его будут принимать ребята. Раскидываются дымы, флешки, все подряд. Плас уже делает минус один. Итам помогает, тоже забирает оппонента своего. Бомба не вышла. Алекс Джи размениваются там на центре. Остается у Айпода всего лишь 20 хп. Получает еще хаешку, но хаешка покосила только броню. Тут же оттягиваются ребята под ДЛ. Сейчас будут залезать в Зигу через фасад. Да, вот это правильное решение, потому что могли спокойно оттянуться. Только зачем подсаживать косвенного айпода, мне не до конца понятно. Но это решение Турбо. С ним не поспоришь, идти делает уже также минус на центре. И айпод забирает кейсу 9-1 во второй половине. Общий счет 15 раундов, дорогие друзья. Уже 15 раундов у команды Торнадо. Фух, собрались ребята на самом деле, и не дают ничего сделать атаке против своей защиты на самом деле. Просто не по шансам. Сливной, кстати, раунд. Турбо простреливает... Не сливной корявый закуп. Простреливает тут... мидл ребята, раскидывают хаешки, флешки. Так, сейчас. Зигу проходит. Турбо минус делает кейс уже, идет минус суперсофт, накинули дым, и остался 1-1 Оуэн Тридеган, у которого всего лишь дигл, и это GG, дорогие друзья, да. Он делает минус 1, старается заварить раунд, если у него буквально 4 хп, делает подсот, хочет он показать свой неимоверный скилл, не знаю, убийство в прыжке через дым, но Турбо его забирает, GG. Браво, Торнадо, собрались, затащили. Молодцы. Что ж, дорогие друзья, вот и подошел к концу сегодняшний день. Сегодняшняя трансляция. Всем спасибо, кто был с нами. И с вами был The Nation TV, Сергей Ермак. Всем спасибо, всем удачи. Любите маму, пока.